Как понять, что вашего ребенка травят в школе? Буллинг или травля может коснуться любого ребенка. И далеко не всегда дети рассказывают, что с ними происходит в школе. Но есть признаки, по которым родители сами могут распознать буллинг. Ребенок часто жалуется, что у него болит голова или живот. Так он может пытаться избегать школы. Или это может быть признаком стресса, который он переживает из-за травли. Постоянные нападки одноклассников влияют на концентрацию и желание учиться. В итоге падает успеваемость. У ребенка ухудшился сон и аппетит. Травля – огромный стресс для ребенка. Он может перерасти в депрессию и другие психические расстройства. Ребенок стал замкнутым и подавленным. Иногда ребенок может просто бояться выходить из дома. Он теряет вещи, на теле появляются необъяснимые синяки. Если ребенок не может объяснить, что произошло, это может означать, что в школе его бьют и отбирают вещи. Не игнорируйте проблему. Поговорите с ребенком. Самое важное, что он должен знать в этой ситуации – вы на его стороне.